В этом заказе покажу вам покупку средств для дома, вот прям с нуля, то есть у человека не было ничего, и что такого базового мы ему заказали, вот прям с нуля. Ну и расскажу вам один нюанс, который я обнаружила, мы, кстати, в комментариях это пообсуждали, по акции с обменом кремов. Мы сейчас все это обсудим, я сначала покажу вот именно ту часть заказа, которая у нас с нуля. Ситуация такая, что у моей подруги, семья ее сына переехала в Челябинск, подруга пользуется абсолютно всем Faberlic и для стирки, и для уборки, а семья ее сына нет, они не знакомы с продукцией, она сказала, им однозначно все это надо, и вот для семьи своего сына она все это заказала. Ну и сейчас я буду вынимать, тут кое-что себе заказала, потому что есть парные акции, в которых нужно заказать по два, а им нужно всего один. Я заказала себе, у меня это точно не пропадет. Ну и давайте я просто по порядку буду все доставать и вам показывать. Ну, для начала, что у нас? Средство для стирки. Обязательно средство, она сказала, заказать для стирки белого и обязательно для стирки особых тканей. Она сама очень любит стирать гелями. Ну и, конечно же, сказала, закажи моим детям то же самое. Следующее, что мы заказали для стирки, это, конечно же, порошки. То есть они параллельно, она параллельно использует и порошки, и жидкие средства. И то же самое заказала и для своих детей. Ну и заказали сразу две мерные ложечки для этих порошков, для того, чтобы правильно дозировать. Те мерные ложечки, которые у нас были до этого, тоже можно использовать, но их нужно с небольшой горкой набирать, тогда дозировка будет верная. Те по 40 мл ложечки, а эта ложечка 50 мл, на ней вот здесь прямо на ручке написано. Следующее, что есть для стирки, она попросила заказать два кондиционера для белья, и я заказала сейчас, по-моему, у нас три на выбор, заказала вот этот по акции и с ароматом, цветочно-пряным ароматом. Мне и тот, и другой нравится. Сейчас у меня в использовании лично у меня вот такой. Дозируется этот кондиционер буквально вот этой частью крышечки. То есть на одно использование нужна крышечка. Но я, честно говоря, использую и половинчатые дозировки. А иногда вообще забываю налить. И то, что остается на, видимо, в стиральной машине, на боках там где-то, да, даже этого количества хватает для того, чтобы белье выходило мягко. То есть, ну, кондиционеры очень концентрированы, но они не дают какого-то резкого аромата на белье, просто очень клевые. Ну, и очень красивая упаковка, компактная, не вот эти 2-3-литровые канистры, которые продаются в других марках, которых нужно наливать огромными колпачками. В общем, девчонки, это вообще, в принципе, все очень красиво стоит в шкафчике, одинакового формата бутылки. Посмотрите, кондиционеры и средства для стирки в одинаковых флаконах. Все это в едином стиле выдержано, одинаково сделаны этикетки. То есть это просто даже эстетически очень красиво, когда стоит в шкафчике. Следующее, что мы заказали из такого прям супер то, что нужно, это средство для чистки ванной комнаты. Оно универсальное, можно почистить вообще практически все в ванной комнате. Ну, за исключением, наверное, зеркала. Для зеркала у нас другие средства существуют. А так, любое абсолютно покрытие ванн можно чистить этим средством. И акриловые, и чугунные, и металлические. Какие еще бывают? Бывают какие-то душевые кабины. Вы просто обалдеете от этого эффекта, когда вот эти вот все присохшие капельки воды просто чудесным образом за 5 секунд отмоются этим средством. Ну, что я еще чищу? Я чищу поддон, например, в кухне, в шкафу, куда стекает вода с тарелок, то есть там тоже вот этот образуется водяной камень, или как он правильно называется, я не знаю. В общем, подсыхает вода и остается такой белый налет. Все хорошо отмывает, ящичек для порошка в стиральной машине вынимаю, тоже этим средством чищу. Кафель прекрасно очищается от тех же подтеков воды. Смесители, мыльницы отмываются буквально там за 2 минутки. Ну и, конечно же, ванна чистится очень хорошо. Кто-то мне тут писал, что ржавчина плохо отмывается. Я не знаю, насколько глубоко у вас и какой-то интенсивности, да, ваша ржавчина, но у меня было такое, что подтекал кран. Он даже не подтекал, а когда дети набирают воду, ее пускают по стенке ванны, и вот там образовалась желтая полоса. И вот эту желтую полосу я этим средством прекрасно выводила. Да, она была такая, знаете, едва заметная. У меня чугунная ванна с очень хорошим гладким покрытием, импортная ванна. Я ненавижу чугунные ванны, их все равно тяжело мыть.
Вот, но, в общем, я отмывала. Да, у меня она была, вот эта вот желтая полоса, не очень интенсивная. Ну, я попросила своих домашних больше не направлять просто струю на бортик, и эта проблема исчезла. Больше у меня ржавчины нет нигде. Поэтому я не могу сказать, насколько действительно эффективно будет на очень сильных ржавых поверхностях. Вот тут я, мне просто не на чем даже ставить эксперимент. Следующее, что у нас куплено для дома, себе подруга заказала, ну не себе, да, детям своим заказала средство для очистки туалета. Ну а у нас сейчас в каталоге идет парная акция, когда покупаешь два средства для туалета и для ванной комнаты или любое из них четное количество, тогда получается 139 рублей всего лишь за каждое средство. Ну и для того, чтобы четное количество соблюсти, я взяла себе два средства для туалета. У меня заканчиваются, у меня два туалета, как раз обновлю, в каждый поставлю. Ну а подруге из этих четырех получилось средство для ванны и средство для туалета. А по поводу средств для туалета тоже расскажу. Тоже слышу много разных возражений по поводу того, работает, не работает. Девочки, вот смотрите, я очень тщательно ухаживаю за своим санфаянсом в туалетной комнате, и, ну, я его очищаю буквально там раз в 3 дня примерно, то есть это вот прям обработка вот со средством. Я на сухой унитаз, то есть это не сразу после того, как ты слила воду, а нужно подождать, я не знаю, минут 15, чтобы поверхность вся просохла, затем я наношу и ухожу. Я могу даже забыть вернуться там минут через 30, например, да, и все, что я хотела смыть, у меня бывает там подтекает вода, и вот такая вот желтая полосочка. Бывает, вода застоится, у нас один туалет редко используется, и застоится вода, и прямо ободок такой коричневатый образовывается тоже от воды, от этой застоявшейся. И вот это все уходит само. Я даже могу просто слить воду, и поверхность будет чистая. Вот этих всех полосочек от стекания воды нигде не будет. Вот так оно работает. Я иногда реально забываю, прихожу, а у меня чистый туалет. Так что не знаю, как там, вот в каком состоянии туалет находится, если нельзя этим средством отмыть. Ну, понимаю, разные, в разных условиях все люди живут, но я говорю, если вот у меня получается сантехники уже почти 8 лет, и я поддерживаю в таком состоянии, у меня нет особых каких-то проблем, а вот самые большие проблемы я вам обозначила. Они смываются даже без применения ёршика, то есть это просто залила поверхность, ушла, забыла, пришла, у меня все чисто. На самоочищение получается у меня туалет. В общем, я этим средством очень довольна. Больше всего довольна тем, что оно не воняет. Это вам не Доместос, после которого хочется пойти продышаться, где концентрация хлора зашкаливает настолько, что можно, мне кажется, ожог даже дыхательных путей получить, если наклонившись в унитаз, там, да, поближе, там, ёршиком, когда ты что-то делаешь, можно, мне кажется, даже отравление получить. Вот здесь такого нет, вы даже не почувствуете никакого химического аромата. Действие основано на кислотах, это все очень деликатно проходит для вашего обоняния. Вы можете не бояться, что туда зайдут маленькие дети и задохнутся, или получат тоже какой-то, да, химический вот этот, химические пары вот какого-то средства. Нет, с этим средством у вас точно не будет. Очень красивого зеленого цвета внутри. В общем, я очень довольна. Да, можно купить где-то дешевле, но здесь уже, смотрите, кто как любит. Мне нравится тоже, когда у меня вот такое средство стоит, оно очень красиво смотрится, и я точно не откажусь от его покупки, потому что для меня важны даже такие мелочи. Следующее, что у нас в заказе, это средство для уборки, для полов и стен, и средство универсальное для кухонных поверхностей. Тоже моя подруга все это использует сама, заказала своим детям, сказала, что обязательно это все нужно. Так, дальше, что у нас здесь еще? Освежитель воздуха. Ну, как же без него? Аромат был на мое усмотрение. И я уж тут выбрала свой любимый аромат, апельсин с корицей. Уже хвалила его, нахваливала, и еще раз похвалю, очень мне нравится. Кто не любит аромат корицы, я вас убеждаю, что не будете даже его примерно ощущать. Я, честно говоря, боялась, что будет, потому что я не люблю аромат корицы. А здесь он, видимо, настолько смешан с апельсином, что ты просто чувствуешь очень приятный аромат, какой-то теплый, согревающий, но совершенно нет вот этого явного аромата корицы, потому что я бы не смогла им пользоваться. Я не люблю, когда пахнет корицей, я не люблю, когда добавляют в выпечку корицу, поэтому
Вот этот освежитель я заказала, я думаю, что он тоже понравится. Следующее, что у меня в заказе, это средство для мытья посуды, лимон и мята. Это тоже один из моих любимых ароматов. Ну и тоже я была предоставлена сама себе в выборе аромата. Мне сказали, все хороши, выбирай какой хочешь. Я выбрала именно этот, потому что тоже он один из моих любимых. Дальше, мыло для кухни с ароматом зеленого чая. Я взяла два. Одно у нас, они, по-моему, сейчас идут в парной акции, почему я два я взяла. Одно взяла себе. А второе взяла как раз вот в этот заказ, и я уже его покупала, мне понравился аромат, такой, ну, какой-то такой, вот он совершенно нейтральный и очень приятный. Так, дальше что у меня здесь еще в заказе, и, извините, я на секунду пропала из кадра. В заказе у меня две пачки влажных салфеток для удаления пятен. Ну, это уже моя подруга, она обожает эти салфетки, постоянно их заказывает. И последнее, что я достаю из средств для дома, это пробники концентрированного геля для стирки детского белья. Они шли за 1 рубль при покупке гелей для стирки. У меня два геля для стирки в заказе, для белого и для деликатных тканей. Соответственно, два пробничка. Я обязательно передам их вместе с этим заказом, пусть люди попробуют. А следующее, перехожу, заказала я себе на баллы две пары обуви, и причем одинаковые, ну, только разного цвета. За 105 баллов я купила себе вот такие босоножки, у меня уже есть такие ярко-розового цвета. Ну, я решила за 105 баллов, почему бы не взять, это же обувь, это там, ну, вот честно говоря, на какие-то крупные такие, да, основательные покупки не жалко. Очень ярко-желтого цвета, я подумала, что, допустим, с белым каким-то летним платьем будет очень красиво. Я носила в прошлом году розовые такие, и мне очень понравились, они очень удобные. Удобно тем, что каблук идет не из-под пятки, а он как раз идет в области середины пятки, этот каблук попадает, и на нем очень удобно ходить, несмотря на то, что он огроменный. Нигде мне не жало, не натерло, и я смело взяла желтые, еще и бежевые. Причем я пыталась год назад заказать бежевые, и не было моего размера, а в этом году заказала, и они в пути, тоже придут еще такие бежевые. Потратила всего лишь 200 баллов. Мне кажется, я еще ни разу так выгодно не обменивала баллы. Следующее, быстро вам покажу то, что заказали, уже постоянно заказывают вот эту линейку Axiology. Что-то у нас идет по акции, девчонки, точно не помню. Я знаю, что у нас увлажняющая, вот эта вот увлажняющая маска, она идет как бонус за покупки за 149 рублей. Давайте посмотрим срок у этой маски. Она выпущена в апреле 18 года. Срок годности у нее, ну, скорее всего, 18 месяцев, получается, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, до октября. Хватит ее, конечно же, до октября, можно будет успеть использовать. Дальше, какие-то вот из этих кремов идут по акции, какой-то просто дополнительно куплен, это уже не первый раз у меня заказывают эту линейку. Дальше заказали сухой шампунь. Было дело так, позвонила моя знакомая, она тоже сама делает заказы, позвонила и говорит: «Марин, скажи, как пахнет шампунь?» Ничего более подходящего, чем сказать, что он пахнет как лак для волос. Ну, у меня именно такая ассоциация, я не нашлась, и она говорит: «У меня есть очень классный шампунь». Слушайте, у меня аллергия от коробки, видимо, от пыльной. Прям запершила в горле. Ну, простите, пожалуйста. Она говорит: «У меня есть классный шампунь, но он так воняет, я его потом, говорит, полдня чувствую на голове, вот этот аромат от головы, я не могу». Слушай, говорит, вот как у Фаберлики? Я говорю: «Я, по-моему, тоже ощущаю, но не настолько, чтобы там перебивал аромат духов там или еще что-то». Она говорит: «Я заеду, протестирую». Вот заехала, побрызгала на волосы, сказала: «Все, беру». Ну и попросила добавить в мой заказ, потому что свой она уже закрыла, он пошел на сборку. Я добавила к себе. Следующее, что у меня в заказе, это тушь. Это тоже у меня еще одна покупательница. Очень любит вот эту вот золотую тушь. И каждый раз, когда она по акции за 249 рублей, она ее заказывает.
Ну и теперь переходим. Ну, давайте еще покажу. Я заказала себе два пробника. У нас какая-то уже бесконечная распродажа пробников. Я заказала себе сыворотку-уплотнитель по 9 рублей, два пакетика. Просто захотелось вспомнить. Помогала, по-моему, я ее не очень хвалила, но решила, ладно, пускай будет. Ну а теперь переходим к самому интересному из моего заказа. Это то, что я заказывала по акции обмена. Решила я по акции обмена заказать себе две сыворотки. Уж очень я люблю сыворотки, прям большая поклонница. И решила заказать себе две сыворотки, которые я еще не покупала. Одна из линейки «Экспертский ногтеватор», которая 40 мл, 29,96. Вот она у нас с желтым значком. И вторая сыворотка – это восстанавливающая сыворотка для лица. Термальная терапия, 329 рублей, из линейки «Уикенд». Все они с желтыми меточками. И я решила, все, мне надо заказать. Нашла у подруги две баночки от сторонних марок. Но я же не могу вот так просто взять и прийти без баночек, да, если с меня их просят. Конечно, я их нашла и сегодня приношу. И что вы думаете? Мальчик на пункте выдачи говорит мне: а у вас только одна баночка? Я говорю: в смысле одна баночка? Он говорит: ну вот так, потому что вот смотрите, открывает мне заказ, а у меня в заказе по летней акции обмена, там прям вот он открывает мой заказ, и около товара, который подлежит обмену на баночку, написано «Летняя акция обмен». Ну вот что-то такого вроде, я точно вам не воспроизведу текст. А вот на этой сыворотке такая надпись есть, а на этой нет. Я думаю, я опять, наверное, в каталоге что-то просмотрела, и опять я, наверное, не там заказала, не то сделала. Проверяю цену. Нет, действительно, у меня вот эта сыворотка стоит за... Одна 329 рублей, а другая за 439. Ровно те цены, которые я здесь вижу. 329 – это Weekend линейка, а 439 – это линейка Expert. Все совпадает, цены совпадают, но по акции всего лишь один товар. И я пока ехала до дому, я не могла разгадать эту головоломку, почему у меня вторая сыворотка не в голубой части заказа, и на ней, и почему у нее нет вот этой надписи. И потом до меня дошло, когда у меня всплыл в памяти чей-то комментарий, когда вы написали, что: девочки, не добавляйте эти товары на втором шаге, добавляйте на первом, и с вас не попросят баночки. И ведь действительно, я одну сыворотку добавила на первом шаге, а на втором шаге я добавила только вот эту вот розовую, потому что я не помнила ее артикул, я не помнила, как она называется, я просто зашла вот в этот список и выбрала ее там. Вот это было так. И получилось, что вот эту сыворотку я добавила просто в корзину, и за нее у меня баночку не взяли, сказали: по вашему заказу нужна только одна баночка. Я думаю, ну ладно, я тогда, скорее всего, возьму себе еще и осветляющий, мгновенно осветляющий крем из линейки Эксперт, потому что он тоже там за какие-то копейки идет. В общем, я так подумала, а сейчас я думаю, если получается, можно в корзину добавлять, то вообще баночка не нужна. Ну вот так вот, я не знаю, как так обустроили акцию, но мне очень нравится, как пахнет. Прям очень приятный аромат. Вторая сыворотка, сейчас тоже мы ее посмотрим. Так, срок годности давайте заглянем. 11 месяц 2018 года вот у этой сыворотки. Я прям уже хочу ей попользоваться. Это тоже очень красиво выглядит. Так, какой у нее срок изготовления? Февраль 2019 года. Свежак. Кстати, очень как-то схоже они пахнут. Это, кажется, более такая тягучая какая-то на первый взгляд. Это прям как водичка, более жидкая. Ну, а нас со спреем ее нужно распылять. Ну, а это с обычным дозатором. Будем пробовать, будем смотреть, что у меня получится, как я буду пользоваться. Будет ли жечь, а то уже говорят, что или у Кенту, у кого-то жжение вызывает. В общем, посмотрим. На этом все. Я вам показала все, что в этом заказе у меня было. Небольшой заказ. Ну как небольшой? На 30 баллов, по-моему, этот заказ. На 38,2 балла. Еще, кстати, в этот заказ были включены обувь для сыночка. Тоже по распродаже, которая сейчас, кстати, у нас идет.
летняя распродажа одежды, участвуйте там реально. Платье просто за копейки, за какие-то там, за 500 рублей можно купить классное платье. Заходите, если вы еще не получаете скидку от Faberlic, не зарегистрированы на сайте, нет у вас личного кабинета, проходите по ссылке под этим видео, и у вас сразу же будет 20% скидка, но еще и в подарок можете получить один из порошков, который я вам только что показала, ну и кондиционер, вот эти вот все кондиционеры, все клевые, классные, можете получить в подарок при покупке на 1499 рублей в ценах каталога. Подарок вам придет со вторым заказом уже по 11 каталогу. А этот вам, у вас на этот заказ у вас просто будет 20% скидка. А моя ссылка под этим видео, она лично моя. Попадете ко мне в команду, я буду вашим помощником в компании. Не покупать, не продавать я не заставляю. У меня все только для вашего удовольствия. Хотите — покупаете, хотите — не покупаете. Ну, буду рада видеть вас в своей команде, буду рада видеть вас на моем канале. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы быть уведомленными о моих новых видео. Ну, а я буду рада видеть вас в следующих видео моих, в комментариях. Пишите, делитесь своими впечатлениями. Большое спасибо всем. С вами была Марина Соловьева. Всем пока.